Россияне потеряли интерес к вакцинации от коронавируса. С конца февраля жители страны все реже посещают клиники ради прививки. Об этом сообщает РБК. К примеру, по данным одной из клиник столицы, за первое полугодие прошлого года сеть реализовала более 15 тысяч доз вакцины. За последние 7 месяцев всего 1260 доз. Эксперты считают, люди перестали прививаться из-за падения уровня заболеваемости, снижения тревожности и отмены коронавирусных ограничений. В то же время, по данным ВОЗ, во всем мире тенденция к росту заболевших сохраняется четвертую неделю подряд. Больше всего заразились во Франции, Германии, Италии, США и Бразилии. Что же касается России, то сегодня оперштаб отсчитался 3097 новых зараженных. Кроме того, инфекционисты определили уровень коллективного иммунитета, и, по словам врачей, он составляет всего 16%, тогда как в феврале достигал 64%. По предварительным подсчетам, врачи прогнозируют новый всплеск заболеваемости COVID-19 уже к концу лета. И решение проблемы только одно – это вакцинация, считает молекулярный биолог из Москвы Алена Макарова. Если человек вакцинирован и ревакцинирован, двумя дозами ревакцинирован, то риск у него умереть в 4 раза меньше, чем если он просто вакцинирован. То есть по-прежнему даже от новых штаммов омикрона вакцины эффективны от тяжелого течения. По данным РИА Новости, лидерами прививочной кампании являются Мордовия, Чукотский автономный округ, Белгородская область. Там доля привитых составляет более 80%. Меньше всего привито жителей Владимирской области, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик, а также Адыгеи от 35 до 45%. Наша Кировская область занимает в общем рейтинге место где-то посередине. Привито более половины населения, однако коллективный иммунитет чуть больше 13%. А как сами кировчане относятся к вакцинации и собираются ли ревакцинироваться, мы спросили у них самих. Да, конечно. Я постоянно вакцинируюсь. Я работаю в сфере бурения скважин. У нас там постоянно требуют. У меня кто вакцинировался, все болеют. Очень положительно. Я только за. Буду ревакцинироваться. Коронавируса больше нет в стране, так говорят. Я отношусь к поколению, которое было вакцинировано, что ли, или прививки это называлось. Нас никто не спрашивал в детских садах, хотим мы это или нет. Наверное, пока не планируем. Скорее да, потому что сейчас по миру пошли волны опять, поэтому в скором времени. В данный момент у меня антител достаточно, поэтому нет. А так, если придется, то конечно. Напомню, все желающие могут привиться от коронавируса в поликлинике по месту жительства, а также в круглосуточном пункте городской больницы номер 5.